333 Владикавказ, минеральные воды. Минеральных водах 35, 61-62, Нальчик, Москва. Собственно, и по 1М, потому что переменный ток. Ну, в принципе, тут особо по-другому быть и не могло. Я уже 100 раз этот поезд снимаю, в принципе, особого такого смысла нету, но досниму все-таки. Помашем ему. Может, мне и... А, все, видел. Даже испугался немного. Вот 10-й. Ну да, тут с 10-го начинается, потому что, как вы знаете, это беспересадочный поезд, то есть он цепляется к 61-62, Нальчик, Москва, минеральных водах. Вот еще, кстати, вот смотрите, сейчас мы заснимем. Он, кстати, прям еле-еле едет. Нифига себе, смотрите, у нас вагон, короче, в левую сторону повернут. То есть, может быть, он будет с левой стороны. Ну, это 17-й, да, это 17-й. То есть, может быть, он будет с левой стороны купе.